Всем доброго времени суток. Меня зовут Владимир, и я расскажу вам о том, как управлять музыкой на смартфоне Huawei или Honor при помощи умных часов Amazfit Bip. У меня телефон Honor 7X. Во-первых, что надо установить? Надо установить программу MiFit, которая управляет браслетами и умными часами от Xiaomi, и программу Mi Band 2 Music Control. В чем ее удобство? Она бесплатная, есть виджет для рабочего стола. Я думаю, с настройкой разобраться не так сложно. Находим адрес Bluetooth часов, устанавливаем его в программе Mi Band 2 Music Control, запускаем. Часы завибрировали, то есть подключение прошло удачно. Далее заходим в настройки самого телефона, меню батареи. Если у вас включен режим энергосбережения, выключите его. Далее заходим в меню запуск, которое управляет работой приложений в фоновом режиме. И здесь все программы управляются автоматически. Нам надо это сделать вручную. Управление вручную для программы Mi Fit и Mi Band 2 Music Control. После этого заходим в меню экран и выбираем здесь спящий режим. То есть через какое время будет телефон засыпать. Ставим максимальное время. Здесь это 30 минут. Проверяем управление. Все работает. И далее надо немного подождать. По прошествии некоторого времени проверим, будет ли работать удаленное управление. То есть мы видим, все работает. Соответственно, если вы послушали музыку и вам уже не надо, чтобы экран постоянно работал, заходим в настройки, батареи, режим энергосбережения, включаем. То есть через некоторое время, по моим подсчетам, где-то через полминуты удаленное управление перестает работать. Кстати, возможно, такие настройки помогут и для смартфонов других компаний. Я лично не проверял. Если кто-то попробует и воспользуется моей инструкцией, прошу, напишите в комментариях, буду рад вам помочь.